Челны. В театре «Кукол и Кият» юбилей 60-летия отметил заслуженный артист Татарстана Данил Утяшев. Праздничный вечер устроили как капустник. Перед именинником выступили друзья, коллеги и соратники юбиляра. Какое пожелание было главным, расскажет Фарида Ишмуратова. Коллеги по театральному цеху подшучивают. Данилю 60, а он до сих пор играет в куклы. За 35 лет работы в театре «Акият» он сыграл больше 100 ролей. На вопрос о самой любимой, юбиляр говорит: все любимые. Вот только каждой кукле нужно привыкнуть. Ведь это не просто изделие из папье-маше или поролона. Это живой организм, уверен артист. Не ты уже ведешь куклу, а она тебя ведет. Она подчиняет тебя себе. Она подсказывает темп, пластику, речь, жесты. Уже ты подчиняешься кукле, а не она тебе. Вот это происходит, вот такой волшебный момент, за который можно отдать все, когда чувствуешь, что кукла тебе подчиняется. Сцена Данил Утешев грезил еще со школьной скамьи. Тогда приблизиться к мечте ему помог драм-кружок. После армии – театральное училище. Именно там скромного, но талантливого студента заприметили и пригласили на кукольное отделение. С тех самых пор он верно и преданно служит этому виду искусства. Данилу 60 лет, и он вот до 60 лет все играет куклой, потому что он человек, влюбленный в свою профессию. Это актер, который нашел себя в своем театре. Он настолько любит театр, свою профессию, говорит: я ни на йоту не каюсь, что пришел именно в театр, что выучился на кукольника. Если бы все начать сначала, опять бы я пришел в этот театр. Юбиляр говорит, театр для него – это не самовыражение, это жизнь. Долгие выходные для актера мучительны, а потому главное, что желали ему коллеги по цеху долгих творческих лет на родной сцене. Фарида Ишмуратова, Тагир Хасанов, «Вести Татарстан».